Всем привет! Приглашаю вас посмотреть товары до дома, новогодние рождественские украшения. Также не забывайте о нашем конкурсе 1000 подписчиков до Нового года и розыгрыш призов, духи и наборы кремов. Также впоследствии хочу разыграть товары от компании Велерой Бог, чашечки или тарелочки. Поэтому не забывайте подписываться. Всем приятного просмотра! Здесь мы с вами видим разные свечи, наборы свечей. Вот такие в чашечках по 3,99, наборы по 8,99. Но здесь не очень большой выбор свечей, но тем не менее, давайте посмотрим. Дальше мы с вами видим конфеты от фирмы Линд. Здесь, как правило, подарочные упаковки, которые можно презентовать коллегам или просто друзьям, знакомым. Вот такие небольшие наборчики по 5 евро 29 центов. Вот такие вот наборы ассорти по 5 евро. Вот такие плитки шоколада по 100 грамм стоимостью 2 евро 69 центов. Вот такие вот большие коробки конфет по 14 евро. Такие коробочки по 9 евро сейчас. Вот такой вот подсвечник 5 евро, есть в разных цветах. Вот такие красивые птицы по 4 евро. Они крепятся на прищепки и есть в разных цветах. Мы с вами дальше увидим. Вот такие вот наборы птичек, состоящих из двух штук, тоже по 4 евро. Дальше мы видим с вами такие же игрушки, но уже в золотом исполнении. Перед этим были серебряные. Вот такой вот набор из 4 штучек стоит 7 евро. Такая же птичка, только в золотом цвете. 4 евро, напоминаю вам, стоит. Такая вот экспозиция 15 евро. Эта звездочка светится. У нее подключение на батарейках.
такая вот елочная игрушка на прищепке, стоит сейчас 3 евро. Вот такой вот красивый Санта-Клаус по 6 евро. Веночки на стол или на двери можно декорировать. 15 евро вот такие. Вот такие интересные веночки из тонкого металла по 17 евро. Они с подсветкой, подсветка на батарейках. Такие вот елочные игрушки, шишечки по 3 евро. Такие сердечки по 2 евро красивые. Такая красивая елочная игрушка с настоящими перышками стоит сейчас 5 евро.
Вот такая вот игрушка прозрачная с бисером, 10 евро. Дальше мы с вами увидим такую красивую бархатную коллекцию. Все игрушки сделаны из бархата. Вот такие вот щелкунчики по 17 евро. Темно-красные, бордовые и темно-синие. Такие яркие щелкунчики по 13 евро. Такие вот красивые птицы в красном цвете, как мы с вами видели предыдущие. Цена одинаковая, 4 евро, но такие очень красивые, яркие. Дальше мы с вами видим игрушки, сделанные из дерева. Такая вот красивая инсталляция за 20 евро. Такая вот красивая каруселька, 30 евро сейчас стоит.
И дальше мы с вами видим красивые игрушки, карусельки, всевозможные инсталляции, которые светятся, кружатся. Колесо обозрения стоит 90 евро. Вот такой вот был обзор новогодних игрушек. Надеюсь, подняла вам немножко настроение. Не забывайте о конкурсе 1000 подписчиков к Новому году, розыгрышев призов, духи и наборы кремов. Также я планирую розыгрыш от фирмы Велерой Бог. Поэтому подписывайтесь. Всем удачи, всем хорошего настроения. Будьте здоровы!